Пожалуй, лучше по лестнице. Человек за стойкой наверняка сможет помочь. Сколько можно искать? Может, хоть на этот раз удастся что-то прояснить. Лорен Уинтер, знаете ее? Это едва ли. Лорен Уинтер. Третий этаж, последняя дверь по левой стороне. Договоренности не принимаю. Стойте! $50. Только без поцелуев и извращений. Заметано. Кладите деньги на стол. У вас ровно 10 минут. Звенит будильник. Время вышло. Ясно? Она думает, что я клиент. Симпатичная девушка. И она гораздо моложе, чем я ожидал. А у нее все очень чисто и убрано. А шлюхам обычно плевать на состояние их квартиры. Надо очень осторожно подбирать выражения, чтобы из нее что-то вытянуть. Вы бы раздевались, ваше время идет. Вообще-то я не клиент. О, черт, да вы коп. Ну надо же, что хотите, тест-драйв на халяву? Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Родители жертв мастера оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. Я уже все рассказала полиции, добавить нечего. Проваливайте. Этот убийца все еще на свободе, и наверняка будут еще жертвы. Моего Джонни нет, какая хрен разница? Будут еще жертвы, если не поймаем убийцу. Вы должны помочь мне, Лорен. Вдруг удастся найти хоть какую-то зацепку. Помочь? Вы ничего не можете сделать! Мой сын умер, вам ясно? Он умер! Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях. Но вы правы. Какое вам дело? Вам-то уже все равно, а? Что вы хотите знать? Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. Никогда не забуду. Все дети вернулись домой в 5. Кроме него. Расскажите о Джонни. Каким он был? Джонни был таким славным. Только часто лез в драку, когда обо мне... Вы поняли? Я думаю, он понимал, что происходит. Хотите? Нет, я бросил. Молодец.
когда вы забили тревогу? Около 8. Я заволновалась, обежала весь квартал, ходила на пустырь, где они играют, ходила к его друзьям. В полицию позвонила в 10. А они нашли что-нибудь на пустыре? Улики, свидетелей? Нет. Сказали, что он убежал и наверняка скоро вернется. А через 5 дней нашли тело с фигуркой оригами в кулаке и орхидеей на груди. Никогда еще не врывался в чужие дома. Все когда-то бывает в первый раз. Если вспомните что-то, любую малость, позвоните. Да уж, так не моя сильная сторона. Мне стоило говорить с ней помягче. Кажется, она до сих пор в шоке. Она ведь недавно потеряла ребенка. Я понимаю, каково ей сейчас. Нет смысла давить на нее. Все равно она больше ничего не скажет. Надо уходить отсюда. Руки прочь! Мой сын — это все, что у меня было. Единственная радость моей гребаной жизни. Его забрали у меня ни за что. Уходите. Проваливайте. Это я. Трой, зачем ты пришел? Я же тебе сказала, не смей являться сюда. Ну, киска, я же так соскучился.